Ну, вы знаете, мы столько лет говорим о борьбе с коррупцией, что пора бы уже бороться. Вот. Ну, есть, конечно, тенденция, как всегда в России, давайте подождем, оно само рассосется. Нет, не рассосется. Нужны меры, нужны как бы карательные меры, которые только они могут приостановить чиновничью коррупцию. А к этому идет уже. Мы видим много громких дел, невзирая на личности. Ну, началось все с глав каких-то губерний, областей, республик. Ну, я думаю, дойдет и до высшего эшелона, потому что, в общем-то, президент у нас человек спортивный, а в дзюдо привыкли побеждать. Я думаю, что мы дождемся, когда коррупцию победим.